охраняется. Мирно, район сидит. Здравствуйте, товарищи! Митинг, посвященный празднованию 111-й годовщины Качинского высшего военно-авиационного училища летчиков, объявляется открытым. Является колыбелью российской авиации. Это первое летное училище в истории России. Являлось одним из ведущих поставщиков военных летчиков для воздушного флота Российской империи, военно-воздушных сил СССР и Российской Федерации с 1910 по 1998 года. 21 ноября 1910 года по указу императора Николая II была открыта Севастопольская офицерская школа авиации, будущее Качинское летное училище. Созданием этого училища началась и история военно-воздушных сил и воздушного флота России. До 1917 года школа подготовила 609 военных летчиков, знания и навыки которых пригодились российской авиации в Первой мировой войне. За годы Великой Отечественной войны Качинское училище подготовило 2228 боевых летчиков, а всего за время существования 16574 летчика, среди которых было 352 героя Советского Союза, 17 героев Российской Федерации, 119 заслуженных военных летчиков СССР и Российской Федерации, 12 маршалов авиации и свыше 200 генералов. Петр Нестеров, Константин Арцеулов, Иван Айвазовский, Виталий Сталин, Александр Покрышкин, Тимур Фрунзе, братья Микоян. Всех этих людей объединяет короткое слово «Кача». В годы Первой мировой войны Петр Нестеров лично обучал курсантов Качи технике пилотирования своей знаменитой «Мертвой петли». Чуть позже внук великого художника Ивана Айвазовского, Константин Арцеулов, придумал в Каче и воплотил в жизнь вход и выход из штопора, считавшимся в те времена верным гробом для летчиков. В Качинском училище прошли обучение первая летчица-истребитель Зинаида Кокорина, сын Иосифа Сталина Василий, сын Михаила Фрунзе Тимур, сыновья советского министра Анастаса Микояна, Степан, Алексей и Владимир. Самый знаменитый выпускник училища – трижды герой Советского Союза, русский ас Александр Покрышкин. Роль Качи для русской авиации трудно переоценить. На протяжении десятилетий не было более громкого и престижного для летчиков учебного заведения. Закончить Качинское училище означало иметь предельный уровень мастерства пилота. Недаром среди качинцев был невелик процент аварийности и гибели летчиков. Летные традиции Качинского военного авиационного училища в нашей авиационной базе продолжает выпускник 1985 года, командир нашей авиационной базы полковник Петров Александр Георгиевич. Также выпускниками училища являются
командир 237-го центра показа авиационной техники, гвардии полковник Алексеев Андрей Анатольевич, который будет показывать ведущие группы, заместитель командира центра показа авиационной техники, гвардии полковник Ерофеев Олег Иванович и Осяйкин Сергей Иванович тоже находятся здесь. Также командир группы «Русские витязи», гвардии подполковник Щеглов Сергей Владимирович. Находятся все данные выпускники здесь. Слово для выступления предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Армения господину Копыркину Сергею Павловичу. Во-первых, я хочу представить училище в качестве его выпускников, многие из которых присутствуют здесь. И летчики высшего военно-высшего корабля «Кинзурского» и «Кинзурского» — это командир «Кинзурского» и другие летчики авиапланов. О чем я хочу сказать? Добавить больше нечего. Очень замечательно, что руководством вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о том, чтобы пилотажная группа «Русские витязи» при возвращении с авиасалона Дубай в рейд этот салон практически всю эту неделю разлился по всем экранам телевидения. И гвоздем этого салона были, конечно, «Русские витязи». Лучший пилотаж на одних из лучших истребителей в мире демонстрировали всему миру. Большое спасибо русским витязям, что эту программу они покажут нам сегодня. Четыре самолета Су-30СМ из состава 237-го гвардейского центра показывают свои техники, а предоставят весь комплекс программы высшего пилотажа, который был именно на салоне в этом году на Максе 2021 и сейчас демонстрировался в Объединенных Арабских Эмиратах. Будут показаны режимы сверхманёвренности, будет показан плотный ромб в составе 4 Су-30СМ с перегрузкой на форсаже до 5-6 единиц. Все это дело буквально вы увидите через несколько минут. Сейчас, прежде чем закончить наше мероприятие, еще раз обращаю внимание на соблюдение мер безопасности. У нас выставлены 3 самолета Су-30СМ без раскраски. Это строевой самолет, точно такой же, как самолет русских витязей. Ну, он выполняет задачи несения боевого дежурства и задачи по предназначению авиации вооруженных сил. Рядом самолет МиГ-29, на котором выполняют полеты летчики 36-24 лицевые базы и вертолет Ми-8-5, второй нашей СМС-ка. Эта техника выставлена для просмотра, можно к ней подходить, фотографироваться. Ну, постарайтесь ничего не оторвать, не поймать. Это нормально, это не скажу. Все, всем большое спасибо за то, что сюда пришли посмотреть это мероприятие. Я думаю, оно вам очень понравится. Годовщина Качинского военно-авиационного училища летчиков объявляется закрытым.
первому. В группе запуск. Личный состав, распоряжение командиров подразделений. Пожалуйста, позовись. Уважаемые гости, наслаждайтесь шоу. Удобно с меня свалили. Thank you.
Спасибо.